На 6 миллиардов тенге реализовало свою продукцию предприятие по выпуску грузовых вагонов в Северном Казахстане. Это результат за год. Объемы производства при этом удалось увеличить в 2 раза. В этом году эта цифра может увеличиться еще в 10 раз. Ирина Панфилова побывала в цехах завода и узнала подробности. В работе Галымжана Ануарова главная точность. На предприятии по выпуску вагонов и зерновозов слесарь трудится 8 лет. За эти годы заводчанами много пережили. Видели и промышленный застой, и полный портфель заказов, как сегодня. Сейчас вот 8-футовые вагоны делаем, платформу. Но сейчас в данный момент работа очень хорошо идет. Как вы сами знаете, когда хорошо работа идет, зарплата тоже, естественно, хорошая. Очень рад, что я в этом заводе работаю столько лет. И, как говорится, горжусь. Завод обеспечивает работой свыше 600 человек. Выпускают на предприятии грузовые вагоны, зерновозы и платформы для контейнеров. Подобного производства в Казахстане не было. Позволяют уже перевозить с увеличением груза на 5 тонн. Также прошли неполный цикл испытаний в стадионном центре КСЖТ. Также получили в декабре месяце сертификат и с нового года начнем производство. В планах выпускать до 1000 грузовых вагонов в год. Это больше в 10 раз, чем собирают на заводе сегодня. Намерены здесь и провести локализацию. Будут сами изготавливать детали, в том числе и для ремонта. По словам заводчан, в Казахстане списывают более 1500 грузовых вагонов. Поэтому без их работы в стране не обойтись. Северо-казахстанское предприятие может полностью закрыть потребность отечественного железнодорожного парка. В перспективе выйти на экспорт. Кроме того, у нас в области продолжается работа по реализации индустриальной политики. В 2016 году реализовано 9 инвестиционных проектов. Всего с начала 2010 года было реализовано 56 проектов на общую сумму 47,6 миллиардов тенге. На севере страны начали собирать тракторы и выпускать растительные масла. Завод по переработке масличных культур запустили китайские инвесторы. Ирина Панфилова, Руслан Алиев и Дмитрий Рура, Петропавловск, Хабар-24.